хочу кусать. Чё делать, чё делать? Кормить теперь его будем. Она написала, чё он там жрёт? Написала. Будьте очень осторожны с ним. Мой сын монстр очень опасен. Во время своего пребывания во дворце он сожрал 3 служанок и 4 охранников. И теперь я получил коржачью магию и стал самым сильным монстром в игре Бан-Бан. Кстати, мне нужно убрать свидетелей, так что вам конец. Да, такой подлянки мы, конечно, не ожидали. Прощайте, парни! Для меня было честью с вами быть в одной стае. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Меня зовут Корги Текс, и я второй в России Корги-видеоблогер. Мое полное имя – Великий Принц Кександр 14, но те, кто на меня подпишется, могут называть меня просто Текс. Я брат Корги Коржика, и с нами живут еще 2 дворняжки – Хаски Бандит и Бублик. И если ты не подпишешься на мой канал и не поставишь лайк, то они придут к тебе ночью и укусят за бочок. У нас тут новый капецный капец. Если вы смотрели выпуск Бандита, то знаете, что к нам в квартиру приперся доктор Флаффи Пенс. Это такой монстр из игры Бан-Бан. И заявил, что он сын Горжика. Сказать, что мы офигели, это очень мягко сказано. И вот как это было. Вы что, гостей ждете? Нет, мы никого не ждем. Надеюсь, это не очередное чудовище приперлось, а то ты сейчас опять штаны наложишь. Будь осторожен, младший человек. Некоторые чудовища больно кусаются. Ха-ха-ха, как смешно. Животик можно надорвать. Ладно, пойду открою. И чё-то тишина. Может, его там реально сожрали? Пойдем посмотрим. Ты кто? Папа! Я не твой папа. Я тебя не боюсь. Тебя чё, эти вонючие псы сюда послали? Папа Коржик! Чё тут происходит? Тут приперся монстр, которого я, кстати, ни капельки не боюсь. Я знаю, кто это такой. Это доктор Флаффи Пенс из сада Бан-Бан. И он хочет видеть своего папу Коржика. Чего? Коржик, это и есть твой щенок? Парни, это какое-то недоразумение. Я же видел фотки моих коржат. Они выглядели как коржата, а не как вот это непонятно синее нечто. Папа Коржик? Парни, мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Мда уж, это реально капец капецный. Парни, это чё, какая-то шутка? Или я сплю? Папа Коржик? Волосатая сосиска, ты меня, конечно, прости, но твоя Елизавета точно Корги? Это ж с кем же Коржик играл лошадку, что потом родилось вот это? Так, молчары, а ну хватит на брателу наезжать, это какое-то недоразумение. Да уж, здоровое синее недоразумение, которое сидит на нашем диване и говорит, что его папа Коржик. Папа Коржик? Капец, он реально меня считает своим папасей? Парни, что делать? Куда бечь? Я, кажется, дверь после него не закрыл. Пойду проверю. И заодно посмотрю, был он один или нет. Парни, смотрите, что я нашел под дверью. Это письмо. Ну вот все стало и понятно. Его нам кто-то подкинул. И письмо написал, чтобы мы типа усыновили монстра Флаффи Пенс. Но почему он меня называет папой? Почему не Бандита? Почему не Бублика или Кекса? Или, например, младшего человека? Потому что, Коржик, тут написано, что это письмо от твоей Елизаветы. Капец! Вот это поворот! У вас с Елизаветой вместо щеночка Корги родился вот этот монстр? Младший человек, ну-ка быстро читай, что там написано. Это же письмо адресовано Коржику. Нельзя читать чужие письма. Да нет, тут написано, что оно всем нам адресовано. Привет, парни. Извините, что сама не смогла вам представить нашего с Коржиком сына. Из-за него в Ирландии начались беспорядки, и я вынуждена заниматься государственными делами. Мама Лиза! Что значит из-за него начались беспорядки? Ну-ка давай, читай подробности. Этим письмом я подтверждаю, что доктор Флаффи Пенс это наш с Коржиком сын. Но случилась беда. Во время рождения на него кто-то наложил древнее ирландское заклятие. Поэтому он теперь выглядит как доктор Флаффи Пенс. Капец! Я так и знал, что тут замешана магия! Брателла, и кому же вы с Елизаветой дорогу перешли? Это ж как надо ненавидеть лопоухих гномиков, чтобы наложить на них такое мощное заклятие! Хочу кусать! Да погоди ты, мы еще до конца письмо твоей мамы не прочитали. Что там дальше, младший человек? А дальше она вот что пишет. К
только ирландские подданные узнали, что один из моих сыновей монстр, они решили устроить бунт и революцию. И мне пришлось тайно переправить нашего с коржиком сына в Россию. Капец! И что мы будем с ним делать? Хочу кусать! Что делать, что делать? Кормить теперь его будем! Она написала, что он там жрет? Написала. Будьте очень осторожны с ним. Мой сын-монстр очень опасен. Во время своего пребывания во дворце он сожрал 3 служанок и 4 охранников. Возможно, он питается и собаками. Парни, я, наверное, пройдусь, прогуляюсь. А то что-то у нас слишком душно стало. А ну стоять! Не трусь, Киксятина, ты же черный лис. И не таких монстров валили. Вообще-то это мой сын, его нельзя валить. Кстати, да, и это проблема. Тут еще по скриптум. Коржик, воспитай нашего сына достойно и найди способ снять древнее ирландское заклятие. Хочу кусать младшего человека. Меня нельзя кушать, я невкусный. Так, Флаффи Пенс, а ну-ка успокойся. Если будешь баловаться и кушать человека, то я поставлю тебя в угол. Да, а если ты съешь младшего человека, то наша человечиха отлупит тебя мокрой тряпкой. Потому что это ей 100% не понравится. А кого же я буду кусать? Если ты внутри все же корги, а не монстр, то попробуй нашего корма, он вкусный. Не хочу колм, хочу человека. Папа Коржик, дай мне человека. Так, сын, стоп. Ты хоть и выглядишь стрёмно, но в тебе течет королевская кровь. Веди себя прилично. Парни, может, сделайте что-нибудь, чтобы он меня не сожрал? Надо его уложить спать, а в это время мы решим, как избавиться от ирландского проклятия. Вообще-то укладывать его спать голодным – плохая идея. Я слышал, что дети орут, когда голодные. А давайте его усыпим. Как? Стрелим в него шприцем со снотворным. Но он же огромный, и мы дозу неправильно можем рассчитать. Так, умники, вообще-то это мой сын. Никакие уколы мы ему делать не будем. Есть самый лучший способ положить ребенка спать. Это спеть ему колыбельную. Ты что, ему будешь петь колыбельную? О, а я знаю одну. Баю-баю-баю-бай, поскорее засыпай. Придет серенький волчок и укусит за бочок. Никогда не понимал этой колыбельной. Пугать детей волчарами на ночь и думать, что они после этого заснут. До этого могли додуматься только тупые человеки. Так, а ну хватит это умничать. У меня другая колыбельная. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Хочу кусать. Коржик, эта колыбельная явно не подходит. Он все равно хочет меня сожрать. Окей, попробую железобетонный вариант. Коргис, моргис, доктора Флаффи Пенс, усыплен без. Ну и что, нашел что-нибудь? Как снять древнее ирландское заклинание? Может быть, зелье какое надо сварить и намазать его, чтобы он обратно превратился в щенка Корги? Парни, нам надо побыстрее решать. Сейчас старший человек и человечка приедут с работы, увидят монстра в нашей квартире и начнут орать на нас. А мы скажем, что это младший человек своего кента домой пьяного привел, вот он и отдыхает там. Спасибо, Кекс, отличная отмазка. А ничего, что у меня нет пьющих друзей, потому что я хоккеист и за здоровый образ жизни. Парни, не отвлекайтесь. Младший человек, давай ищи в книге магии, как нам снять заклинание с моего сына. Кажется, нашел. Тут написано, что снять ирландское заклятие может только сам заколдованный. И если у него есть коржачья магия. Не понял, а ему что, по наследству моя магия не передалась? Брателла, кажись, щенков Елизавета все-таки родила не от тебя, иначе у них бы была коржачья магия. Ну, может быть, сбой какой-то произошел. Вспомните, что в последнее время творится с нашей мультивселенной. Так что мы ждем? Пойдем разбудим этого синего монстрика и вы, лопухи и гномики, дадите ему свою магию. Посмотрим, в кого он превратится. Хочу кусать! Зашибись. А оно, оказывается, уже не спит. Короче, сыночек, сейчас внимательно послушай меня. Я тебе дам свои магии, и потом ты сможешь снять с себя заклинание. Все понял? Да, папа Коржик. Коргис, моргис, коржачью магию получен без... Ха-ха-ха-ха, лошары! Как вы могли купиться на такую чушь, что я сын Коржика? Я подделал письмо от ирландской принцессы, а вы, дебилы, поверили. И теперь я получил коржачью магию и стал самым сильным монстром в игре Бан-Бан. Кстати, мне нужно убрать свидетелей, так что вам конец. Да, такой подлянки мы, конечно, не ожидали. Прощайте, парни! Для меня было честью с вами быть в одной стае. Коргис, моргис, собак уничтожен без... Капец! Чё это было? Почему он взорвался? А потому что этот придурок даже не дослужился узнать, что применять коржачью магию могут только корги королевских кровей, а все другие от нее взрываются. И чё теперь? Нам опять полы мыть и убирать то, что осталось от этого чудовища? Чур не я сегодня дежурный.